Отрывной календарь. 16 ноября 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР Карагандинская область была награждена орденом Ленина. Высокой награды наш регион удостоился за крупную победу в труде. Совхозы и колхозы области продали государству 60 миллионов пудов хлеба. Промышленная Караганда превратилась в крупный производящий зерновой район. Наибольший вклад в это внесли хлеборобы Нуринского, Осакаровского и Тельманского районов.